И всем привет, ребят, с вами Сурванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас подвернулась очередная пробитвочка. При том, что она такая довольно потная. Я уже проиграл здесь где-то минут 10, может 15. У нас остается 12 минут до конца, и мы по флагам летим в шестерочку. Запикались, ну не запикались, а зашли здесь с ребятами. Я уже даже Глеба Булку позвал, чтобы помог нам выиграть эту катку. И нужно попытаться камбэкнуть ее. У нас разменчик. Играю на паладина молоте. Все так же режим у нас спорт. Тот самый режим, который я хотел бы, чтобы он развивался и продвигался. Ну и попробуем камбэкнуть эту катку. У нас есть 11 с небольшим минут до конца. Есть уже неплохой состав. Ну и все, что нам нужно сделать, это камбэкнуть, выиграть бой и зафиксировать прибыль. По фонду уже десяточка есть контентовая, поэтому посмотрим, что у нас из этого всего получится. Так что акцентируем внимание на возвратик и стараемся затащить эту замечательную каточку. Так, возврат оформляем, доставочку нам надо быстро, чтобы сейчас сделали. Почему я выбрал именно паладина молот, почему именно это сочетание? Считаю, что оно очень круто может работать в этом режиме. Ну и для карты Red Alert, в принципе, сочетается довольно-таки симпатично. Будем пробовать сейчас все это дело реализовывать. Для бабулочку надо подстраховать. Шафт разряжен, отлично. Ну и здесь у нас уже должна быть доставка. Запикалось еще два Крусейдера шафта, плюс Нотмерт. На Хантера Громе здесь у нас играет, поэтому должно, по идее, все работать. Должны мы эту каточку камбэкать. Когда я заходил, здесь вроде как 15 флагов отрыва было у противника. Сейчас уже осталось 4, поэтому надеемся на то, что все это дело у нас получится. Также надо не забывать про контроль овердрайва на центре. Нужно забирать его. И тогда наши возможности будут намного-намного больше. Так, Глеба Булочка постарался увести, не получилось у него. Пытаемся сейчас ребят здесь раздамажить. Ну, если что, кто-нибудь уже влетит на увозик. Противник, скорее всего, сейчас будет пытаться сушить, будет пытаться дефать. Все-таки времени не так много осталось до конца этой катки. И я думаю, что они хотели бы ее выиграть. Так, овердрайв у нас падает. Шафт целится в овер. Так, он разрядился. Отлично. Овердрайв я забрал. Теперь осталось только его реализовать. Нужно как-то быстро зайти к ним на базу и постараться это дело вкамбэчить. Так. Залетим сейчас через центрик. Ну, попробуем, если что, увести. Глеба Булочка заходит. Если что, Булочку можно будет подстраховать. Шафт здесь тоже целится во флаг. Поэтому нужно, если что, пытаться его забрать здесь. И попробовать уже увести. Так, ладно, рискую, прожимаю овердрайв. Надеюсь, что меня шафт сейчас с респа не поймает нигде. Мы этот флажочек доставим. Нам, по сути, надо... Ой, шафт меня все-таки слил. Страховочка есть? Да, вроде как страховочка есть. Кислотная страховочка, но не доставочка, блин. Печалечка. Печалечка. И противник еще и увозит за 8 минут до конца. Есть овердрайв у Хантера, есть овердрайв у вражеского Крусейдера, который может сейчас его взять, постараться на возврат. Но мы ему, конечно, этого делать не дадим. Сливаем его, доставка есть, 3 флага осталось до камбэка. И 8 минут на все про все у нас есть. Поэтому будем сейчас пробовать. Надо делать заход. И стараться увозить. У противника есть как и неплохие игроки, так и есть какие-то воспы непонятные. Так, либо булка прожимает овердрайв. Страховочка. Да, это очень грамотно, если честно. Скидочка, чтобы сразу овер как можно больше реализовать. И 2 флага нам осталось. А, Глеб еще взял оверку еще одну с центра. Отлично. Вообще великолепно. 7,5 минут. Но, по идее, мы должны успевать камбэкать эту катку. Есть у нас заход. Неплохой. Так, Хоря Фрис прожимает овердрайв вражеский. Печка. Глебыч. Нет, не увезет здесь. 7 минут до конца.
Овердрайвы у нас еще будут. Нужно пробовать заходить. Я думаю, что... Ну, можно даже, наверное, с одной стороны. Просто под прожатие овердрайва. И пытаться уже увозить флажочек. Так, шаф целится в другую сторону. Шафт особо не понимает, что происходит. Так, и мы увозим на центрик. Страховочка, наверное, мне не нужна. Доставочка должна быть... 21-22. И еще один флаг до камбэка остался нам. На центре есть еще аптека. У нас еще один тип выходит с карты. Так, и страховочка от глебобулочки. Отлично. Страховочку делаем тоже дополнительную. Плюс тут магнум. Доставка. Доставки нету, ептить. Сосуля жесткая залетает. Я уже хотел сказать, сейчас у нас доставочка залетит. Так, и противник пытается сразу увозить. Пытаются увозить на каналы. Одну тычку даю, вторую добавляю. Супер, сливаем. Так, у нас шафт уже увозит флаг. Плюс оверка на центре падает. Это размен, походу. Или нет? Нет, не размен, офигеть, у нас возвращают. Габелла, еще и походу доставка от противника за 6 минут до конца. Печалечка. Печалечка. А, я еще не успел закрыться, боже, плохо сейчас было сыграно. Ну ладно, овердрайв у меня еще один есть. Два флага летим, и у нас тип вышел. У нас 5 на 6 осталось в катке. Надо как-то пробовать это камбэкать. Так, глебобулка будет дергать. Или что здесь он будет делать? Так, шафта надо сбрить. Обязательно надо сбрить шафта. Кто-нибудь подберет флаг? Кто-нибудь подберет? Страховочку оформим. Контентовую страховочку. Оформляем. Оформляем страховочку. Доставочка есть. Так, и еще один флаг нам осталось. До того, чтобы перевести эту каточку хотя бы в ничеечку. Но по-хорошему было бы, конечно, ее выиграть. Так. 4,5 минуты до конца. Выскакивает опять замечательная табличка. Меня сливают. Должны быть оверы у наших тиммейтов. И должна быть скоро оверка на центре. Еще одна, как минимум. Ага, Глебыч пишет о том, что сейчас будет овер. Постараюсь я его законтролить. Постараюсь его законтролить. Либо же он его сам заберет. Падает овердрайв. Пробуем забрать его. Так. 20% лучше мне брать. А не ему. Так, и теперь пробовать надо уводить. Нажимаем овердрайв. Играем в подсейв. Ага, понял. Подсейв не удался. Так, еще кого-нибудь подсейвим. Сейвим. Нет, тоже не засейвили. Блин, но овердрайв такой, который я прожал. Он должен был сработать. Должен был сработать. Должен был сработать этот овердрайв. Так. Шафт еще отстреливается неплохо. 3,5 минуты до конца вернулся у нас тип. Может быть, он нам чем-то поможет. Хотя, если честно, он ничего не делает. Просто тип на воспе катает. И, грубо говоря, мультит нам катку. Но все шансы на камбэчные у нас еще остаются. 3,5 минуты до конца. Еще как минимум 2 овердрайва у нас на центре упадет. Но один прям супер поздно будет. Противник уже в наглую просто пытается засушить эту катку. Типы прям плотно стоят в дефе. Так, Глебыч пишет, что оверка через 30 секунд. Плюс-минус нам надо успеть сделать один заход. И потом попытаться уже, если что, отыграть от овердрайва. Так, Глебыча не ваншотнули, это очень хорошо. Очень много здесь мин уже. Флаг сервера, подобрался ли у меня флаг, вот в чем вопрос. Нет, не подобрался. К сожалению, флаг не подобрался. Так, Хантер вжимает овердрайв. Но мы сыграем до конца на страховочке. До конца на страховочке. Блин, Глебыч рисково делает. Ну ладно, доставка есть. Оверку Глебыч не забрал. Викинг прожимает вражеский овердрайв. И главное, чтобы он его не забрал. А, он сейвит? Нет, не сейвит, забирает. И 2.20 до конца. Попробую сейчас слить этого викинга. Кто-то у нас флаг уводит.
Нет, я его не сливаю, он прожимает еще. Хорошо, супер. Реализации овердрайва нету. Так, и за 2 минуты до конца нам надо еще один флажочек камбэкнуть. Нам надо камбэкнуть еще один флажочек. Так, попробуем сейчас либо булочку, если что, подстраховать. За 8 минут до конца. Так, овердрайв хороший от Хантера нашего есть. Домашки вкидываем. Викинг должен пытаться увозить. Викинг увозит страховочку. Страховочку викингу сделать надо. На всякий случай. Я, конечно, супер уже медленный. И без аптечки, без хп. Его сейчас сольют. Доставлю ли я этот флаг? Да, успеваю. Супер. Так, еще минута до конца. У меня есть еще одна оверка. Попробуем. Попробуем реализовать. Глебыч пишет, что сейчас будет овердрайв. Скоро, через 20 секунд, молот разряжаем. Так, у меня есть оверка. Я бы вообще мог бы на страховочку сыграть. Я бы мог сыграть на страховочку. Арта проходит. Арта проходит. 40 сек до конца. Овердрайв начинает падать. Либо можем сыграть супер пассивно, чтобы не пропустить флаг. Либо же попробовать еще один увести. Было бы неплохо, наверное, попробовать еще один увести. Попробовать еще один увести. Вражеский диктатор прожимает овердрайв. Отлично. Сбриваем его. Так, и наш уже викинг пытается увозить. Так. Страховочку ему до конца делаем. Или пытаемся увозить еще один. Давайте пытаемся еще один увозить. Еще один попытаемся увести. Еще один овер. Сверху добавляем. 10 секунд до конца. Так, давай, давай, 5. Успеваю. Я, походу, не успеваю. 2, 1, нет. Ну что могу сказать? Вот такая вот грабилочка у нас сегодня получилась. Наврывчики чисто. Чисто наврывчики сработали. Зашли в такую, можно сказать, определенную грабилку. Ну и сумели камбэкнуть. В спорт-режим продолжает меня, честно говоря, радовать. И получилось здесь еще и шестерочку с фонда получить, где-то буквально, наверное, за минут, может быть, 20, может, чуть больше. Но в целом здесь, наверное, был больше акцент не на фонд, который мы вместе с вами получили, а на то, насколько для меня лично был интересен этот камбэк. Если вам нравятся такие видосы, если вы хотите видеть их чаще в пробитвах, то... Обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег — это тег TeamP, устанавливайте его, поддерживайте меня, ну и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Вся информация по этому поводу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.